За нарушение режима чрезвычайного положения суды чаще всего выносят предупреждение. Сегодня об этом заявили служители Фемиды. Между тем, рассмотрели почти 1000 административных дел, связанных с ограничениями, введенными в Казахстане. Уголовных дел стало меньше, а вот рост административных заметен в последнее время. С начала года в суд поступило почти 6 тысяч материалов по мелким нарушениям. Почти половина из них в период режима ЧП. Проявляют при этом гуманизм. За несоблюдение правил чаще всего предупреждают. Суды в основном по нарушениям, связанным с режимом ЧП, в основном применяют самую низкую наказание по административным правонарушениям, у нас это предупреждение. Хочу отметить, что вот, значит, у нас из 985 дел, у нас по 630 делам, это две трети, 65% почти, у нас применено предупреждение. Между тем, каждого 10-го нарушителя арестовывают. Сроки разные, санкция по статье предусматривает до 15 суток. За счет павлодарцев удалось пополнить бюджет. Штрафов выписали почти на 4 миллиона тенге. Правда, добровольно оплатили меньше полумиллиона. Артем Клеван, Максим Носков, телекомпания «Ирбис».